Збройні сили України стрімко просуваються на Сватівському напрямку у Луганській області. Окупанти не встигають забирати свої трупи. Тут вот, в вот Харкові то що відбувалося під Харкову. Ну є хтось виноват? Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, на цей напрямок рашистські окупанти звозять велику кількість мобілізованих. Мобілізовані йдуть в бій, гинуть. Через деякий час приходять інші і знову гинуть. Раніше Гайдай заявляв, що найближчим часом ми почуємо цікаву інформацію на сватівському та кремінському напрямках. Він також повідомив, що в області звільнено вже 9 населених пунктів. Гайдай зазначив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються райони Білогорівки, а також райони Сватового та Кремінної, дорогі друзі. Приветствую вас на моем канале. С вами Трансберезовец. И сегодня с вами поговорим о ключевых событиях минувших суток. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон вновь повторил свой тезис о необходимости переговоров между руководствами Украины и России. Все это произошло на фоне усиливающихся. Слухов информации американских СМИ о том, что администрация президента Джо Байдена может быть заинтересована в возобновлении или, по крайней мере, в возможности, в перспективе возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Российские оккупанты понесли катастрофические потери под Бахмутом, Угледаром и Авдеевкой, об этом сообщили сегодня в оперативном командовании Схид. Российские наемники из так называемых ЛДНР пожаловались Рамзану Кадырову на многочисленные случаи изнасилования со стороны кадыровских наемников. Соответствующая информация сегодня была опубликована в сети. Ну а Турция тем временем нанесла еще один удар в спину Кремлю. Следом за окончательным запретом прохождения Тихоокеанского флота, кораблей Тихоокеанского флота Российской Федерации в Черное море было сегодня... Запрещено полета через территорию Турции российским самолетом с двойной юрисдикцией обо всем этом и другом далее друзья поговорим в нашем обзоре. Итак, сегодня президент Франции Мануэль Макрон в очередной раз выступил с предложением относительно возобновления переговоров между руководством Украины и России, однако заявил, что переговоры эти должны пройти все же на условиях официального. Киева, цитата. Поточный контекст не позволяет дать оперативное объяснение относительно этого. Со своей стороны, я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров, заявил сегодня Макрон, во время 27-й климатической конференции ООН, которая проходила в Египте. Мы хотим возвращения к миру, заявил. Французский президент дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Напомню, что эта информация... Совпало по времени с публикациями американских СМИ, в частности, издание Washington Post, которое ранее заявляло о том, что администрация Байдена в лице советника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана продолжает э, коммуницировать со своими российскими коллегами визави, Николаем Патрушевым и э, еще одним помощником Путина Ушаковым. Сегодня, кстати, Джейк Салливан эту информацию официально подтвердил. Что заставляет меня сделать вывод о том, что газета Washington Post, которая плотно сидит на инсайдах из Белого дома, сделала этот контролированный слив с подачей и благословением самого Джейка Салливана. А сегодня он как бы вроде бы был вынужден эту информацию, собственно говоря, подтвердить. Секрет Полишинеля, еще раз повторю, никакой зрады в этом, собственно говоря, нет и близко, учитывая то, что администрации США необходимо сохранить возможность экстренной коммуникации с кремлем на случай если кремль все же попытается перейти к ядерному сценарию пока признаков этого будем говорить откровенно нет более того, Путин неожиданно заявил, я об этом рассказывал, о том, что возможность ядерного сценария у него на столе на данный момент не лежит. И он соответствующей возможности для себя даже не рассматривает. Означает ли это, что ядерный сценарий полностью исключен? Безусловно, нет, но тем не менее его возможность резко сократилась после выступления лидера Китая Си Цзиньпиня, который заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Олфом Шольцем, что необходимо полностью исключить возможность ядерной сценарии, ядер, ядерной опции как таковой. А поскольку Китай и Турция сегодня являются ключевыми идеями внешнеполитическими, внешнеторговыми партнерами, России, в частности, торговля с Китаем выросла более чем в два с половиной раза, а с Индией она выросла вообще на 300 чем-то процентов. С Турцией почти на 150 процентов. Это говорит только о том, что сегодня Путин будет вынужден, хочет он или нет, а в данном случае его мнение никого не интересует, прислушиваться к пожеланиям своих новых новых старых, скажем так, стратегических партнеров. Именно позиция Китая в вопросе ядерного апокалипсиса, нужно признать, является ключевой и определяющей. Именно поэтому Путин уменьшил ядерную риторику на фоне своих недавних заявлений, которым он, кстати, напугал французского президента Эммануэля Макрона. А сейчас, как ни в чем не бывало, заявил, что на самом деле такой опции на столе у него даже и нет. Тем временем, аналитики Британского института Руси, института объединенных родов войск Королевского, заявили о том, что если бы России удалось подавить украинскую систему ПВО, в таком случае нас бы ожидали бомбардировки, как в Сирии. И только то, что Путину не удалось в конечном итоге добиться решающего перевеса, Здесь не удалось заглушить украинскую систему ПВО, они планировали это сделать в течение ближайших суток, позволило в конечном итоге нам чувствовать себя в относительной безопасности. Безусловно, безопасность это относительная. Но по факту мы видим. Что э, поставки западного вооружения, в первую очередь западных систем, ПВО, которые сейчас приходят, те же самые гепарды, те же самые э, насамсы, они в значительной мере усложнили э, или сделали практически невозможную работу вражеской авиации. Свыше 200 элитных путинских коршунов, лучших путинских пилотов, навсегда остались лежать в украинской земле или же попали в плен. Вся элита путинской армии здесь сложила голову. Те, кто пришли им на смену, гражданские летчики, либо молодые, необученные, они, безусловно, не в состоянии выполнить боевых заданий. В полной мере так, как этого требует российское командование. Кстати, Шойгу сегодня, согласно официальным данным российских пропагандистов, приезжал куда-то на оккупированные территории и инспектировал работу Суровикина, нового командующего так называемой спецоперации. Это впервые за долгое время произошло появление Шойгу в публичном пространстве после критики со стороны Кадырова и Евгения Пригожина. Он практически выпал из информационного пространства и вот видим сейчас вновь всплыл по появился. Такой себе ответ э, недругам, в первую очередь Пригожину, который в открытый уже об этом говорят западные аналитики, создает параллельную систему власти в Российской Федерации, стремясь в своих руках сконцентрировать максимум полномочий и максимум рычагов для управления российской системой. Для начала военной, а затем и политической. И я предупреждал о том, что российские спецслужбы и российские военные будут вынуждены отвечать на брошенный вызов со стороны Пригожина и Кадырова. И вот мы, собственно говоря, сегодня это и увидели, в том числе, Появилась еще одна компрометирующая информация в отношении кадыровских наемников. Сегодня в сети было опубликовано видеообращение одного из э, так называемых воинов ЛДНР, в котором он заявил об участившихся случаях сексуальных... Приступленні со стороны кадировців в отношении найомників ЛДНР. ДНР. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.